последнее время участились случаи проявления мошенников, которые звонят от имени брокеров или регуляторов рынка и пытаются навязать свои услуги. Например, вам звонят и представляются как работники отдела контроля качества регулятора ЦАИСЭК. Интересуются работой с брокером и вопросами по возврату утраченных средств. Далее предлагают свои услуги за дополнительную плату по возврату средств за определенное вознаграждение. Особенно активно ведет себя компания MoneyBack. Первое, на что стоит обратить внимание, что у них даже нет своего домена, и они используют турбостраницы от Яндекса. Сам сайт является одностраничным, и на нем нет никакой юридической информации, подтверждающей деятельность этой компании, хотя они пишут, что работают официально. Самым примечательным является один из их способов работы, о котором мы рассказывали в прошлом выпуске новостей. Это процедура «Chargeback», которая эффективна только первое время после перевода средств брокеру. А самое главное, что работать она будет только с компаниями, принимающими деньги на счета в России. Посмотрите обязательно предыдущий выпуск новостей, ссылка на него сейчас появится в правом верхнем углу или будет в описании под этим видео. Поэтому можно с уверенностью сказать, что это еще одна мошенническая компания, которая будет требовать оплатить вас комиссии и сборы, якобы чтобы вы получили свои деньги. Pocket Option продолжает улучшать свою платформу, и за последнее время добавлено немало нового. Например, накопительный сейф для новых возможностей пассивного дохода. Личный сейф от брокера Pocket Option – это возможность пассивного заработка по вложениям в долларах, биткоинах и эфириум с доходностью до 10% годовых с ежемесячными выплатами. Гибкая система позволяет в любой момент снять средства с сейфа или пополнить его, используя баланс торгового счета и доступные методы оплаты. Поднять доходность несложно, активно торгуя по достижению необходимого торгового оборота или увеличив сумму депозита по сейфу. Социальная торговля тоже поменялась и стала лучше. Теперь вы можете получать кристаллы за копирование ваших сделок другими трейдерами, которые можете использовать для покупки торговых преимуществ в маркете. За каждую скопированную сделку вы получаете по одному осколку кристалла, в зависимости от суммы сделки, скопированной другим трейдером. Накопив 100 осколков любого из кристаллов, вы можете собрать их в целый кристалл и обменять на покупку бонусов безрисковых сделок и других торговых преимуществ в маркете. Кстати, еженедельно Pocket Option собирает статистику и выбирает топ-5 самых успешных трейдеров, которые он предлагает копировать остальным участникам платформы. О таких трейдерах мы рассказываем в наших новостных выпусках, и каждый может стать одним из таких трейдеров. OTC-котировки также развиваются, и по многочисленным просьбам трейдеров Pocket Option активировал круглосуточную доступность активов OTC для торговли на своей платформе параллельно с обычной торговлей активами. Кроме этого, изменения коснулись и самой торговли бинарными опционами, и быстрая торговля стала основным режимом работы на платформе. Быстрая торговля на Pocket Option позволяет открывать ордера с экспирацией от 5 секунд и на любой точный интервал времени, заданный трейдером в виде часов, минут и секунд до закрытия. В цифровой торговле закрытие ордеров происходит только раз в минуту для всех пользователей, независимо от того, в какое время был открыт ордер. Таким образом, невозможно открыть сделку в режиме цифровой торговли с временем закрытия, например, 15 часов 30 минут 35 секунд. И все сделки будут закрыты в 15 часов 30 минут 00 секунд. Также был расширен раздел сигналов, в котором теперь доступен намного больший выбор точных сигналов с различным временем экспирации. Также присутствует указатель силы и времени экспирации сигнала, а при необходимости можно в любой момент скопировать выбранный сигнал в один клик прямо с панели интерфейса. Пополнять счет стало также удобнее и быстрее. Нажав кнопку «Пополнить счет» в правой части верхнего меню можно сразу перейти к быстрому пополнению. Для любителей торговли ботами брокер расширил их список в маркете. И вы можете скачать и использовать их уже сейчас, но обратите внимание на то, что данные боты предоставлены сторонним разработчикам, и по всем вопросам стоит обращаться именно к разработчику. Последние обновления касаются промокода на отмену убыточной сделки в $10, который теперь может получить любой желающий абсолютно бесплатно. Для этого необходимо оставить отзыв в магазинах приложений Google Play или App Store или на сайте Trustpilot. Также можно пригласить друзей, и если они пополнят свой счет на $100 и больше и будут вести торговлю, вы и ваш друг получите отмену убыточной сделки на $10.
Обратите внимание, для того, чтобы получить бонус в первом и втором случае, нужно будет связаться со службой поддержки на сайте и предоставить отзыв или ID приведенного друга. Успешной вам торговли на платформе Pocket Option. В сети появилась новость о том, что регулятор CISEC был заподозрен в получении взятки от брокера, который, по словам того же регулятора, нарушил законы, касающиеся финансовых рынков. Комиссия по ценным бумагам и биржам CISEC сообщила накануне о том, что достигла соглашения с кипрской инвестиционной компанией, брокером Financial Invest Ltd, управляющей несколькими европейскими внебиржевыми торговыми брендами FX BFI и 101 Investing, в связи с возможными нарушениями закона об инвестиционных услугах, деятельности и регулируемых рынках. В результате достигнутого соглашения Форекс-брокер уплатил штраф в размере 150 тысяч евро. В недавнем официальном сообщении кипрского финансового регулятора говорится, что в соответствии с положением закона о комиссиях по ценным бумагам и биржам Кипра, регулятор может достичь соглашения об урегулировании в отношении любого нарушения или возможного нарушения действия или бездействия, допущенного компанией, регулируемой CISEC. В CISEC отмечают, что штраф был наложен на эту компанию по результатам проверки, которую комиссия провела с февраля по август 2022 года, и брокер уже оплатил вышеуказанный штраф. Не вдаваясь в детали установленных нарушений, отметим, что компания FX BFI, брокер Financial Invest Ltd, еще с февраля этого года находится в стадии закрытия бизнеса и в процессе отказа от кипрской лицензии. Pocket Option продолжает развиваться и подключает новые страны для торговли бинарными опционами, благодаря чему теперь можно пополнять счет, используя наличные или локальный банковский перевод. Если вы находитесь в Латинской Америке, то просто выберите способ оплаты LATAM Banking или LATAM Cash на странице пополнения баланса. Введите желаемую сумму, а затем выберите предпочтительный местный способ оплаты. Quotex Trade Bot в Telegram, которого мы обсуждали в прошлом выпуске новостей, получил пометку «Scam». Данный бот являлся инвестиционной платформой, пополнив которую вы начинали получать доход. Но когда сумма становилась значительной, вас просили оплатить сборы или комиссии, якобы чтобы получить прибыль. Но на самом деле прибыль была только на бумаге, а ваши деньги присваивали себе мошенники, дополнительно требовав оплатить комиссии. По итогу, за последнее время на этого бота поступило очень много жалоб, и Telegram дал ему пометку «Scam», из-за чего, кроме всего прочего, он прекратил свою работу. Окружной суд Калифорнии принял окончательное решение в отношении брокеров Bloomberg Options, Morton Finance и Starling Capital, которые работали без лицензии и обманули тысячи розничных инвесторов на миллионы долларов. В заявлении говорится, что руководившие схемами Кай Петерсон, а также Гил и Расс Бессерглики, не признали и не опровергли обвинения, выдвинутые против них комиссией по ценным бумагам и биржам SEC. Регулятор рынка ценных бумаг обвинил их в продаже бинарных опционов на сумму более 100 миллионов долларов через трех брокеров бинарных опционов – Bloomberg Options, Morton Finance и Starling Capital. Эти брокеры работали в период с 2014 по 2017 год, заманивая тысячи американских и иностранных граждан в рискованные инвестиции. В официальном заявлении подробно рассказывается, что преступники действовали из так называемых бойлерных, расположенных в Германии и Израиле. Они использовали агрессивную стратегию продаж и навязывали инвесторам спекулятивные и мошеннические бинарные опционы. Кроме того, сотрудники этих компаний назывались чужими именами и лгали насчет своего опыта работы, чтобы убедить клиентов купить рискованные инструменты. Они даже убеждали розничных инвесторов в том, что брокеры зарабатывают деньги только в том случае, если зарабатывают инвесторы. Однако на деле все было наоборот. Операторы бинарных опционов зарабатывали на убытках инвесторов. Суд запретил трем фигурантам предлагать и продавать через интернет бинарные опционы, свопы на базе ценных бумаг или иные финансовые или инвестиционные инструменты. Кроме того, они согласились выплатить неустойки и суровые штрафы, которые составили более 5 миллионов долларов.
На днях ВКонтакте заблокировали официальную группу Quotex, и также домены брокера помечаются как содержащие вирус. На данный момент неизвестно, по какой причине группа была заблокирована и разблокируют ли ее снова. Поэтому предлагаем вам подписаться на неофициальную группу Quotex ВКонтакте, где постоянно публикуются новые промокоды, бонусы, а также проводятся акции и конкурсы. Ссылка на неофициальную группу Quotex ВКонтакте будет в описании под этим видео. Не так давно брокер Binarium начал проводить бесплатные обучающие вебинары, о которых мы рассказывали в прошлом выпуске. И 19 августа брокер провел свой третий вебинар на тему «Как открывать прибыльные сделки на акции NVIDIA в рамках сезона отчетности». Аналитик рассказал подробно о деятельности компании и сделал свой прогноз. 5 дней еще смотреть надо, рассуждать надо. Многие из вас очень хотят простые ответы на вопросы получить. Их нету в трейдинге. Никто не знает будущего. Мы можем просто предполагать. То есть трейдинг в каком-то смысле, если кто-то из вас ловил рыбу, на самом деле, я сейчас не шучу, это очень похоже на рыбалку. То есть, чтобы вытянуть крупного сама, например, какую-нибудь крупную рыбу, ее сначала чем-то прикармливают. Что-то туда в воду. У каждого рыбака есть какие-то свои методы. Ну, нет такого, что мы сразу приехали на озеро, взяли крючок, на крючок одели там, так же, как и на рыбалке, мы плаваем туда-сюда и пробуем воду. То же самое мы это делаем в трейдинге. И вот эти сделки на 1 балл – это просто проба воды. Также в честь этого вебинара брокер проводит акцию и повышает доходность по ним в этот день. Отчет компании NVIDIA выйдет 24 августа 2022 года. В день публикации отчета Binarium увеличит доходность акций NVIDIA до 90%.